Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. Сегодня мы представляем вашему вниманию экстракт СО2 Босфелия. Это экстрагированный методом цвехкритического флюидной экстракции диоксидом углерода смола дерева ладана, которое является самым популярным обрядовым благовонием во многих культурах. Но косметическое лечебное использование этого растения также имеет древнюю историю. Экстракт Босфелии свойства таковы. Оказывает подпитывающую поддержку опорно-двигательной системы, обладает отхаркивающим действием, восстанавливает и укрепляет сосуды капилляры. Косметические свойства таковы. Мощное противовоспалительное средство со свойствами природного анальгетика. Лечит и предупреждает кожные неприятности, такие как акне, угревую сыпь, сиборею. Оказывает антиоксидантное, расслабляющее кожу антистрессовое действие. Ладан хорошо увлажняет и препятствует шелушению и сухости кожи. Восхитительный дезодорирующий волосы и кожу компонент. Спрей для тела действует как антиперспирант. Устраняет чрезмерное выделение кожного сала. Обладает вяжущими свойствами, борется с морщинами. Обрабатывает проблемную кожу как антисептик. Придает коже прочность и повышает защитные функции. Кожа лица после применения косметики с экстрактом ладана становится значительно свежее и имеет ровный тон и сохраняет матовость даже в жару. Действие Босфелия достаточно мягкое и питательное, поэтому экстракт вводят средства под глаза и для губ. Вот такой бутылочке мы отправляем экстракт СО2 Босфелия нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!